Уже в эту субботу, 21 сентября, республиканский ипподром соберет жителей и гостей региона, чтобы вновь поблагодарить духов земли за щедрый урожай. Кстати, тематика праздника на этот раз будет посвящена году семьи. Пройдут сразу два конкурса на эту тематику. Презентация рода и хакасской юрты «Крепкая семья, сильный народ» и театрализованное представление свадебного обряда. В этом году у нас, так как в стране проходит год семьи, мы решили провести конкурс среди муниципальных образований, который называется по-хакасски «Чарас». Аналог русский – это помолвка. У нас много родов в Хакасии, много районов, и у каждого рода есть свои какие-то нюансы, какие-то отличия. Да? Вот как раз про эти отличия, у кого как проходит эта помолвка, вот мы хотели это показать. Для пар, заключивших свой брак в этом году, традиционно состоится чествование молодежи. А Республиканский совет старейшин вручит награду «Человек года». По традиции, делегации со всех муниципалитетов поставят юрты и похвастаются выращенным урожаем. Также в рамках праздника пройдут обряды, конкурсы и спортивные состязания. Всего будет работать 7 площадок. Откроется Уртунтой большим театрализованным прологом в 11 часов на Республиканском ипподроме.